Только сначала я должен кое-что рассказать. Так будет понятней. Я поехал в Гренландию за отцом. Думал открыть все его тайны. Кажется, это было в другой жизни. Я попал в бурю и укрылся в заброшенной шахте. Шахту завалило, я остался один. У меня начались видения. Было очень страшно. Потом появился бешеный рыжий, мой друг. А потом я сжег своего лучшего друга. Рыжий сказал, что хочет умереть. И я ему поверил. И я все шел и шел. Пер напролом. Просто ничего другого не оставалось. Нелепый героизм, бессмысленные страдания. Да, это было ужасно давно. Так вот, у меня будет просьба. Thank you.
шеф-повар Дон Карлито ждет вас в столовой. Сегодня он приготовил пасту болонезе. Счастливый человек, хороший работник. Мы кормим только хороших работников. Возвышенный. Статус Котце. Заключенный. Некоторое время я наблюдаю за действиями Турнгайд, а потому делаю вывод, что скоро они придут за мной. Насколько мне известно, в данной секции я последний возвышенный, поэтому именно на меня ложится обязанность выполнения ксенопротокола. То есть я должен записать известный мне способ нейтрализовать вирусную угрозу. Слава виды. Thank you.
Добро пожаловать в Гренландию на исследовательскую станцию «Мануик». «Мануик» — почти полностью автономная станция. Она построена в 70-х годах для нужд древней касты возвышенных, благодаря их рвению, их упорству и их древним знаниям. Вам, как новому члену нашего маленького братства, предстоит узнать некоторые правила, которые в древней касте должен соблюдать каждый. «Мануик» представляет жилые помещения, а также столовую, гимнастический зал и медицинский отсек. Кроме того, здесь размещены современные лаборатории, химические, биологические, рабочие станции, оборудование для проведения экскавационных работ и система безопасности. Для доступа в помещение второй категории вам потребуется специальное разрешение. Помещения первой категории доступны без ограничений. В связи со спецификой деятельности базы, в случае, если вы почувствуете недомогание, не пытайтесь обращаться в медицинский отсек. Зафиксируйте себя у прочного, надежно закрепленного предмета, попытайтесь закрыть все двери и ожидайте прибытия специально подготовленной команды. В крайнем случае, всегда будьте готовы принять капсулу с цианидом, которую вы получите после этого сообщения. Древняя каста тяжело переживает утрату персонала, но иногда это необходимо ради всеобщего блага. Мы уверены, вам понравится работать с нами. Thank you.
сердце. Слышит кто-нибудь?
спасибо за помощь. Вы очень помогли. У меня тут экзистенциальный кошмар, а вы даже слова сказать не можете. Амабель Свансон. Полагаю, мне придется объяснить вам, что к чему. Эй, вы слышите меня? Мне кажется, передача идет только в одну сторону. На вас направлена камера. Если вы меня слышите, скорчите какую-нибудь рожицу. О, да-да, смешно. Отлично, значит, связь есть. Мне нужно вам многое рассказать. Да-да, прошу вас, я вас внимательно слушаю. Мы упустили вирус. Он уничтожил всю станцию. 3 недели назад мы попытались выбраться наружу через шахты, но все пошло наперекосяк. Один рабочий инуит выбрался. Кого-то схватили, кто-то запаниковал и заблудился. Я побежала, а когда остановилась, поняла, что я совсем одна. Вот, кстати, еще один симптом заражения – дежавю. Единственный, кто может нас спасти – это Говард. Он сказал, что вроде бы знает, как уничтожить вирус. Последний раз он был замечен в библиотеке. Но доступ туда есть только у сотрудников нашей организации. Так, в жилой части кто-то продолжает подавать признаки жизни. Вам нужно найти выжившего и попасть в библиотеку. И попытайтесь разыскать нашего доктора, Ричарда Эминиса. Он странно вел себя, когда я видела его в последний раз. Так, что я еще забыла? Ах да, не забывайте о признаках заражения. Обнаружен был в наличии. Вы что-то сказали? А, итак, основные симптомы, которые нам известны, это паранойя и звуковые галлюцинации. О, кстати, еще один симптом заражения – дежавю. Хватит уже этого бреда. Не смешно. Думаю, вам этой информации будет достаточно. Сейчас я перешлю кое-какие данные о вирусе и открою для вас некоторые двери. А потом можно и поболтать. Thank you.
Если нам сбриднется и сделить нейронное пространство этого мозга, полагаю, надо придумать имя. Странно, получив уникальную возможность поучаствовать в создании собственной номенклатуры, я в полном замешательстве. Ну что, мартышка, есть идеи? Ты хранишь довольно много данных. Кстати, ты знаешь, что в тебе есть целый раздел с названиями фильмов? Ты посмотрел 3101,5 фильм. Послушай, вот ты не досмотрел тех родителей с Хьюстоном, и теперь из тебя никогда не узнают, чем все кончилось. Кстати, может, Кевин, в каком-то смысле я тоже твой мне эта ржавая пила. А ты давно делал прививку от столбняка? Зачем вы здесь? Прекрасно помню. Доктор Свансон рассказала мне. Я могу воспроизвести каждый слог нашего разговора. Я еще обратил внимание. В ее голосе не раз проскользнули странные интонации. Они заставляют меня предположить, что она мне не вполне доверяет. Динозавры исчезли 65 миллионов лет назад. Какие у нее для этого основания? Мы тоже оказались в подобной истории, потому что мы и есть история. А
Я помню день моего рождения. 18 сентября, 1964 год, 9 часов, 346 миллионов, 993 тысячи, 412 минут. Я помню, мама улыбнулась, когда я поднял голову и впервые посмотрел на мир. Вам, знаете что? Вам нужна рука, зарегистрированная в системе безопасности. Например, моя. Да, это для библиотеки, мне туда не добраться. Когда зомби заразили меня, я отделился от остальных. Я спрятался здесь. Вы понимаете, я не смог уйти. В любом случае, вам понадобится рука. Мне уже нет, это очевидно. Принесите тогда пилу. Я точно знаю, здесь есть пила. Я сам видел ее. Это было 3 года назад. За 1 миллион лет климатические изменения привели к изменению температуры на 10 градусов. Идите на восток. Первая дверь направо. Славно, славно, славно. Ровно 12 дней, 11 часов, 39 минут и 12,4 секунды назад. Брат мой, уничтожь его. Он держит меня. Прими меня обратно в свои объятия, великая пустота. Честно, я очень рад, что все получилось. Я, конечно, говорил, уничтожь его, но это была шутка. Может, отпразднуем победу? Выпьем цианидику, если хочешь. Тут наверняка найдется сибирская язва. Не хватает ласки. Давай выпустим его. Thank you.
У людей такая неинтересная жизнь. Неужели у вас всегда такая скука? Я больше не могу. Выпусти меня. Есть отличнейший доступ ко всем твоим воспоминаниям, я оказался в своего рода затруднительном положении. Этот саботажник, уж не знаю почему, но он напоминает мне о рыженце. Thank you.
Вот это да! В прошлый раз я решила, что у вас видок хуже некуда. Или сейчас разрешение получше? Ай, так, простите меня. Нельзя глумиться над единственным кандидатом в спасители. Я хотела сказать, эти странные артефакты лучше не трогать. Мы пока не знаем, как они работают. Я однажды видела, как кто-то подошел к такой штуке слишком близко. Вам, наверное, лучше об этом не знать. Неважно. У вас, то есть у тебя, обязательно все получится. Наверное. Я надеюсь. Между прочим, если окажешься в моих краях, я ведь тут вроде как в ловушке. Ничего страшного, конечно. Я так, на всякий случай. Ну, конечно. На самом-то деле они совершенно безопасны. На 100%. Уж я-то знаю. У тебя в голове настоящая каша. Вот А – литерация, Б – багульник, В – вегетосоматический. Эти длинные ненужные слова занимают столько места. Пора прибраться в твоем бардаке. Вот, к примеру, зачем тебе таблица Менделеева? Черт, в какой-то момент мне показалось, что это конец. Фрагменты расчлененного человеческого тела, но злодеем при этом ты считаешь меня. Ну-ну. Thank you.
Смотри-ка сюда. Похоже... О, да. Зрительная зона коры головного мозга мартышек сделана довольно примитивно. Мне бы... О, видишь, похоже на глину. Мне очень не хочется отрывать тебя от сложных логических построений. Так что скажу просто. Ты видишь то, что я заставляю тебя видеть. Если ты будешь крутиться, ничего не получится. Нельзя заглянуть в рукав к фокуснику. Часть чего-то большего. Нас нет. Это просто какая-то ошибка. Я должен присоединиться к ним. Отпусти меня. Дай мне уйти, это неправильно. Я хочу к ним. Я — это они. Нет никакого я. Впрочем, это не первый раз. Еще кто-то был заражен. Рыжий. Он так хотел умереть, но мы ему не дали. Он сказал... Заболевание?
добавление о внутреннем распорядке. Глава касты настоятельно просит биологов-вирусологов не брать его. Работу на дом. Врежь ему, приятель. Нам нужна свобода. Подсказывает, что именно этот труп нам еще понадобится.
кажется, в твоем случае проще ломиться через стены, чем пытаться найти настоящий выход. Вдруг разобьют башку, и все станет намного проще. И знаешь, есть только одна причина, почему я тебе помогаю. Когда я, наконец, пойму, как со всем этим покончить, я прихвачу тебя с собой. Твой дружок. С ним все нормально? Кажется, ему не здоровится. На твоем месте я бы ему позавидовал. На своем собственном месте тоже. Как можно совершать самоубийство, если нет сердца, которое может остановиться, и нет рук, чтобы взять пилу? Удивительно. Готов поклясться, мы оба видели, что раньше здесь была дверь. А там что? Ой, я с тобой совсем сдурел. Я же не могу руками показывать. Вот умора. Знаешь, куда идешь, а? А сзади разве не было никакой двери? Вот растяпа. Дверь тут все время и была, а ты... Может быть, лучше, если старина Кевин сделает за тебя всю работу? Ты бы видел свое лицо. Похоже, будет весело. Мне даже немного жалко тебя убивать. Ничего себе, я могу это прочитать. Что, мартышка, без моей помощи никуда? Хочешь узнать, что тут написано, а? Хочешь? Просто мечтаешь, так ведь? Ты заметил, какой тут сквозняк?
крепче. Может быть, ты еще сумеешь его спасти. Жил да помер. Еще одна мартышка в топку. Заткнись. Странные вы мартышки. И вы так странно решаете ваши проблемы? И как у вас это получается с вашими неразвитыми изолированными мозгами? Наверное, если не слышать голосов братьев, становится ужасно тихо. Ты пришел! Я и не думала, что ты кинешься меня спасать! Мой коллега по лаборатории, он такой ужасный пессимист, был. Наверное, мне это от него передалось. Он тоже недавно попытался ко мне прорваться.
Но, похоже, попытка оказалась не вполне удачной. Тебе придется пробежаться по улице, но это не самое страшное. Если ты не умрешь от холода, то... Короче, я сижу не в самом безопасном месте. У меня хорошие новости. Кажется, я нашла вакцину. То есть, это не самая настоящая вакцина, но она наверняка тебе пригодится. Надеюсь, я не заражена. Я вроде была осторожна, но... Если придешь меня спасать, а я проломлю тебе голову табуреткой, значит, я ошиблась. Ладно, прости, дурацкая шутка. Проехали. Что ж, надеюсь, мы скоро увидимся. Ну да, конечно. Вакцины, спасение. Нанесем. Сейчас, на твоем месте, где я, собственно, и нахожусь, я бы спросил таким придурочным голоском. А мост и правда взорвался? Или это очередная шутка моего дорогого друга Кевина? А я бы тебе ответил, что он сам хотел бы это знать. Проверить можно только одним способом. Только, пожалуйста, не убей наше замечательное тело. Сознание.
хотел умереть. А мы ему не давали. Я бы сказал, от него дурно пахнет, если ты понимаешь, о чем я. Погоди-ка, надо перетряхнуть твои воспоминания о нем. Предстоит сделать. Разыскать девицу, защитить ее от плохих парней, уничтожить вирус, ну и спасти мир, разумеется. Шансы на успех равны нулю. Шансы на выживание? Ну, у тебя на борту поселился добряк Кевин. Что бы это могло означать? Вероятность, что ты перевернешь тут все с ног на голову, 100%. Ты здесь? Это вторая лучшая вещь, которая произошла со мной на станции. А первая будет, если мы отсюда выберемся. Нет, я не такая наивная. Я не думала, что ты общался с тобой. Нет. Я сказала правду. Мне кажется, я действительно поняла, как тебя дезинфицировать. Только, как ты сам понимаешь, все не так просто. Чтобы войти в систему здесь, мне нужно получить доступ к предохранителям в исследовательском блоке. А это значит, нужен электронный ключ-карточка, иначе мне не выйти. Кто-то из сотрудников, а он уже был инфицирован, попытался войти сюда с помощью карты, но я не знаю, куда он... оно потом пошло. Слушай, мне без тебя не выбраться. И если ты мне поможешь, я не знаю, что я для тебя сделаю. Мамочки... Пойди сюда, пойди туда. Принеси то, принеси сё. Типичная девица в нетипичных обстоятельствах. Ну и при чём тут судьба? На судьбу жалуются трусы, которые не желают ничего брать на себя.
Древняя каста никогда не попросила бы служащих работать более рекомендованных 8 часов в смену. Тем не менее, настоятельно приветствуется личная инициатива, которая нередко определяет командную мотивацию. Заранее благодарим за понимание. Представить, как я существую, как мне тут живется в пространстве, которое ты называешь разумом. И знаешь, меня так бесит, что мы тратим кучу времени на дурацкие коды, рычаги, людскую муть. Оказывается, я могу просто стереть все это в одно мгновение. Раз, два, и ничего нет. Только ты да я на какой-нибудь призабавной вечеринке. Как ты думаешь, я сумею вообразить пару коктейлей? Нет? Значит, надо отсюда убираться. Что ж, это обязательно плохо закончится. Зато интересно, ужасно интересно. Созданы для того, чтобы находить опасность, а потом бросаться на нее, сломя голову. И, похоже, я начинаю к этому адаптироваться.
Ненавижу карточки-ключи. Одного не понимаю, чем вам не угодили старые, добрые, висячие замки. Если ты поможешь промучиться ей еще несколько часов, она будет тебе благодарна. Может, надо брать ее прямо сейчас, пока она тепленькая. Как там чмоки-чмоки? Исследовательская станция «Мануик» испытывает технические трудности. Пожалуйста, держите капсулы с цианидом наготове. Посмотрите, какая жестокая битва. Противник предоставлен с любезного разрешения нашего профессора. Да, ты не Рэмбо. Попробуй что ли заорать или побежать на него. Отличная работа, парень. Ну, просто чудо. Между прочим, пока ты не начал плясать победный танец. Я, конечно, понимаю, что убийство может доставить массу удовольствия, но она же тебе вроде нравилась. По-моему, у тебя к ботинку пристал кусочек ее скальпа. Послушай, неужели ты и правда? Я думал, ты знаешь, что я тебя провоцирую. О, ты надеялся на лучшее, а я... Ужас. Не грусти, мартышка. Везде есть свой позитив.
Котища, где тут Тетрис? Эта девка. Мы ее убили. Сдохнешь от скуки. Мы ведь действительно неплохо сработались. Давай считать, что мы квиты. Ну, если ты перестанешь пытаться меня уничтожить, я дам тебе пирожок. Утечка газа. Ну, давай сегодня туда не пойдем. Вернемся как-нибудь потом, а? Эй, мартышка. Не ходи туда. Идем обратно. Ты нас погубишь.
секундочку. Начало у нас, конечно, было дурацкое, но мы же можем стать друзьями. Зачем тебе это? Мартышка, я не хочу умирать. Thank you.
прошу тебя. Я смог бы привыкнуть, смириться. Мы бы стали соседями. Пользовались бы телом по очереди. Ты хоть понимаешь, что ты делаешь? Завершение через 2 минуты. Решил, что можешь меня уничтожить? А знаешь, что я думаю? Я прихвачу тебя с собой. Распространяются быстро. Избегайте излишних телесных контактов. Медалей. Даже спасибо не будет. Просто вакцина и занавес. Отлично.
поздно, она заканчивается неудачной дозой. Раз, и нет человека. А много не надо. Одного вируса для одного человека вполне достаточно. Мозгов не хватит. Давай, давай, ты жрущая тварь. Да не так далеко ушел от амебы, как тебе кажется. Вот видишь, я же знал, что ты этого не сделаешь. Так что теперь командую тут я. Поехали.
отличное тело. И оно мое. Я здесь! Передай мне эту трубку! Я вытащу нас обоих! Давай, у нас нет времени! Готово, стой здесь. Я вернусь. Выручил, приятель. Будь здоров.
всей деревни. Я действую как одно целое, хотя я многое. Спасибо тебе, человек. Thank you.
Все хорошо, человек. Создание, как ты, себялюбие было бы смертельное. Ты показал, что можешь мыслить выше, чем ты сам. По этой причине я открою тебе то, что я открыл для Гобарда. Много миллионов лет давно я пришел в это место, пока род людей не встал на ноги. Потом шло время, и здесь тоже пришел род людей. Он нашел для меня имя. Демон. Дух. Турнгайд. Мы жили много лет в гармонии. Я во сне внутри того, кого вы зовете инфицированный. А они получали от меня знания и защиту. Но род людей изменился, и я бежал. Так в вас много силы, много вопросов, но нет разума, чтобы ответить на них. Человек растет, хочет образовать единое общество. Но тогда он становится сильно опасным. Сильно злым, без направления для его гнева, кроме самого человека и его мира. Затем меня отыскали. Человек создал это место, чтобы разыскать меня и чтобы замолчать меня. Они решили открыть мое место покоя. Они хотели убить меня. Я не знаю, как защищаться, но я могу нападать. Я не варвар, и я не захватчик. Напал человек. Но ты, человек, другой. Ты доказывал это, и теперь я прошу за твою милость. Не дай мне исчезнуть из-за твоей расы. Она точно уничтожит меня. Эти пришли сюда за инуитами, а ты пришел за ними. И придут еще. Ты скажешь им? Ты уничтожишь любой след этого места, так, чтобы никакой человек не нашел меня заново. Ты сделаешь это для меня? Thank you.